сегодня я хочу вам показать вот такой вот маникюр на 14 февраля. Если вам интересно, как я его сделала, то обязательно оставайтесь со мной. Так, для нашего маникюра нам понадобится вот такой вот розовый лак от Kiko. Прозрачный лак у нас будет как база. Белый аппликатор. И нам еще понадобится ручка. У меня ногти нарощенные, как вы уже знаете, и приближается 14 февраля, и хочется что-то другое, что-то яркое, розовенькое. Вот, поэтому первым делом я нанесу прозрачный лак на все свои ногти. Наносим базу. Теперь я возьму розовый лак. Вы можете взять любой свой любимый розовый. Я обожаю этот лак, поэтому я возьму сегодня именно его. И с толстым слоем в несколько раз нанесу розовый лак. Только очень-очень аккуратно. Ногти мы накрасили. Видите, у меня немножечко просвечивается белый френч. Поэтому я... Думала, наконец-то она, как говорится, придумала. Будем сейчас делать такой рисунок, чтобы этого вот белого под розового было не видно. Так что теперь нам понадобится белый аппликатор. И начнем. Этот рисунок вы можете сделать как на всех ногтях, также можете выбрать, допустим, сделать только безымянный и большой. Тут уже по вкусу, как вам больше нравится. Сейчас я вам покажу на большом пальце, как это сделать. Мы берем аппликатор и аппликатором ставим горошинки большие. Первый ряд горошинок должен быть большим. Второй ряд уже можно чуть поменьше. И третий ряд уже такие, чтобы разные были. И большие, и очень маленькие. Если у вас аппликатором не получается сделать какие-нибудь маленькие, очень маленькие, аккуратненькие точечки, горошинки, то можно воспользоваться ручкой. Кстати, у меня пока аппликатором получается, поэтому ручку использовать не буду. И тогда у нас получается, что горошинки у нас от самых больших переходят... самые маленькие. Мне кажется, очень красиво и оригинально это смотрится, такой рисунок. Ну и теперь я продолжу делать этот же рисунок на всех остальных ногтях. После того, как мы сделали наш рисунок, мы снова покроем его прозрачным лаком. И все, вот наш маникюр на 14 февраля готов. Я надеюсь, вам понравилось, девочки. Надеюсь, вы сможете повторить. И это, я думаю, очень легко делается и смотрится очень эффектно, красиво, необычно. Розовый цвет, так как близко 14 февраля, а белый, все-таки зима еще у нас не прошла, зимнее настроение и сочетание белого и розового, я думаю, очень-очень красиво. Надеюсь, вам понравилось, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока-пока!